Несколько дней назад президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что США не будут отправлять свои войска в Украину. Выступая перед журналистами, хозяин Белого дома подчеркнул, что у США есть моральное и юридическое обязательство перед нашими союзниками по НАТО, если они будут атакованы в соответствии со статьей 5. Это священное обязательство. Это обязательство не распространяется на Украину. На фоне этих слов Байдена, в Армении почему-то решили, что в случае ухода России из региона Кавказа и возможной войны с Азербайджаном и Турцией, США 8 минут будут воевать на стороне Армении. Армянский правозащитник Аветик Ишханян в своем Facebook выразил свое отношение к этому. Джо Байден, оказывающий Украине психологическую, финансовую и военную помощь, заявил, что Соединенные Штаты готовы направить войска для участия в военном конфликте, развязанном против любого из союзников по НАТО, поскольку это их священный долг, но не в случае с Украиной. По мнению наших прогрессивных деятелей, если Россия уйдет из региона, в отличие от Украины, США 8 минут будут воевать на стороне Армении, как только их союзник по НАТО Турция и союзник последний Азербайджан нападут на нас. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео.